Сегодня специалисты Красноярского центра стандартизации и метрологии оценили качество растительного масла, которое продается в магазинах края. Эксперты отобрали 10 образцов рафинированного дезодорированного подсолнечного масла разных производителей. Все они были проверены на соответствие ГОСТу, физико-химическим показателям, а также на наличие вредных веществ. По результатам рейтинговой проверки третье место досталось маслу «Олейна» воронежского филиала фирмы «Бунги СНГ». Второе стала торговая марка «Слобода», а лидером признано растительное масло «Идеал», которое также производят в Воронеже. По окончанию работы дегустационной комиссии будет составляться протокол, будет направлено в Министерство сельского хозяйства, заводам-изготовителям эти письма. Если там будут указаны какие-то недостатки, недочеты, это будет все указываться и, соответственно, доведено до заводов-изготовителей.